Ну, привет. Привет. Посмотрим, что это такое. Я так понимаю, это как перископ, да, только без нормальных уведомлений и не сохраняется потом запись. Как дела? О, Португалии, привет. Масса мужики. У нас еще светло, да. У нас еще тепло. Благий, привет. Да был же во Владике недавно. Ну, Свят, здравствуй. Приветули. Я в красе, да. Крас сейчас прекрасен, здесь плюс 10. Не сохраняется, это печально. Мне кажется, как обычно, пару обновлений сохранится. Привет, привет всем. Степаносик, привет, братишка. Поеду сейчас на студийку писать одну диковинную штуку. У вас в апреле, надеюсь. У меня нет студии, чтобы записать песню. Что за тачка? Тойота. Это Аурис маленькая. О, Лёка, привет. День проходит продуктивненько. Ветер, да, напряжный. Донбасс, привет. Сейчас поеду тестить Игоряна. Игоря Беспалько, студия. Который на квадрате работал. Омску, привет. Конфета, это... Не конфета, это таблетка, это мне Ант подогнал. Для горла. В Пермь, как только позовут. Клир будет. Клип, в смысле, да? Да будет, я надеюсь, даст Бог, не один. Когда, только непонятно пока. Сейчас общаюсь с ребятками, которые снимали геймплей и невесомость. Хотим снять. Но пока не пришли к общему мнению по поводу того, как мы это хотим снять. Что именно мы хотим снять. Skyline продан давным-давно. Ан 25-17 дня. Бурячий привет. Всех интересует моя конфета. Севасу привет. В Харьков не знаю, может быть в мае, может и не в мае. Непонятно. Ан в Москве. Ростову привет. Уральску салам. В Сургут как только позовут. Сургут, Сургут. Ташкент нет. Казахстан, салам. Семья хорошо. В Тюмень 8 марта. Графоману привет. Якутску тоже привет. Ну, спасибо, что были на нашей презентации в Москве. В Владике был, надеюсь, приеду еще. В Израиль таки когда позовут, сам хочу. Потому что не звали, потому и не ехали. Стане привет. Читаю вопросы. Много вопросов. Знаю. Гов Кишинев. Гов. В Израиль скоро, наверное. Как можно раскрутиться. С ноги на ногу переступать в каком-то направлении и раскрутишься. Хабаровск, неведомо там никогда в Хабаровск. Славянску привет. В Сочи с новым альбомом, тогда же, когда и со старыми. Ой, в Минске вообще непонятно, что-то там пропал организатор. В апреле, но это не точно. Машина у меня Toyota Auris. Я жду сам поездки в Пермь. Общаемся с ребятами из Грота. Что там, машинка нагрелась почти. Клип будет, я надеюсь, да. Насчет ближайшего времени не знаю, но... В этом году точно. В Тулу нет, не планирую. Но можно было бы. Отпуск? У меня нет отпуска, к сожалению, или к счастью. ЕКБ. Юля, привет, плиз. Юля, привет. Сколько стоит концерт?
знает мой концертный директор. В Брянске, да, хотелось бы в апреле. В Москве были недавно, Ставрополю привет. Юбилейному привет. Дину привет передам. О, Одессе таки привет. Эдгар, привет, брат. Во Владе когда снова. Надеюсь, что в этом году. В Самару, а вот что-то в Метелицу не позвали, и все остальные тоже молчат. Есть в планах и в Белгород, и в Воронеж. Посмотрим пока, сейчас не могу сказать. Так как с ЕКБ? Да пока непонятно, вряд ли будет ЕКБ. Весной, осенью, может быть. Эдгар, брат, я в Краснодаре 7 числа приеду в Москву. Женя Крас, добрый день. Подарок из Томска нет, не потерял. Отличная статуэточка. Что будет нового? Сейчас надо две песенки написать на саундтрек к фильму «На районе» и потом засесть за альбом сольный. Новый, прям полностью. Так что нового будет. Ну и клипы поснимать тоже. Вопрос, если не сложно, дублируйте. Они очень быстро здесь идут. Сахалину привет. О, Макс, Свет, привет вам большой. Аня, привет большой. Эдгар, Джан, на связи, будем с тобой. Питер, да, я сам жду уже поездки в Питер. Бумбокс, не знаю, не думаю. В ЕКБ, да пока не так, не знаю. Насчет ЕКБ осенью поймем. Фильм в этом году, сразу три фильма. Два сериальчика и фильм. Ну, Витька, привет, брат, с днем рождения тебе еще раз. Продолжение книги будет, да. Каким оно будет, это большой вопрос. В Кемерово, когда... Здравствуй, привет большой. В Кемерово, когда позовут. Со мной фильм выйдет в этом году. Прыжок веры нет, надо свести. Победители есть, надо свести, все довести до ума. Я в Краснодаре сейчас. В Москву не переехал пока. В Таганроге Е. Краснодару привет тоже. Лера Горохова, привет. 25-17, не знаю. Оп. Софинский. Миш, привет. Что из последнего найти? Что потерял, чувак, ты ищи. Группе IDFIX отношусь как группе, к другим группам, как творчество которых я не слушал. Книга ожидается в этом году, наверное, допишу. А там уже посмотрим. Мармавиру, привет. Бареф. Название фильма. Фильм «На районе», сериала 2, даже, наверное, 3. «Чужая кровь» один. «Тобол». Подольскую респект. Ставрополь ждет. Хорошо. Да можно закинуть, просто я слушать не буду на прыжок веры. Денис Смирнов. Флиппер, да, привет, помню. Книга обычная, художественная книга, детективчик. Михайловой, привет. Самара и Ульяновска хотелось бы, не знаю пока. В Брянске, да, думаю, что весной. Очень хочется. Еще раз Юля, привет. Уфе, салам вообще громадный. Да нет, да какие главные, ребят, до главных надо еще трудиться. Ладно, я прогрелся, машина готова, точнее наоборот, машина прогрелась, я готов. Помчал я на студийку, бросаю эту гадость курить, она еще вреднее сигарет, в этом же и весь кайф. Тамбов ждет. О, Кузя, привет. Новый альбом, не знаю, в этом году, либо в следующем. Пока вообще ничего не понятно с новым альбомом. Все, ребятушки, обнял, помчал.